Всем привет! Сегодня распаковка лески с Алиэкспресс для ловли окуня. То есть леска будет очень тонкая. Стоимость 0,93 доллара. Заказывал леску 0,12. Пришла она вот в такой пупырке. Такой конвертик. По поводу продавца. Сейчас вам покажу. Должно быть так видно. Так, как вы видите, саму стоимость. Вот заказы 4000, больше 4000 заказов, 4,7 высокий рейтинг. И вот самое главное — это размеры, да? Заказывал я 0,6 размер, соответствует 0,12 миллиметров. Как раз для карасей. Китайцы оптимистически заявили 2,4 килограмма на разрыв. Это необходимо проверять. Что, давайте перейдем непосредственно к распаковке. Так. По доставке еще не сказал. Заказ делал 4 числа 12 месяца, получил 28.01. То есть это полтора месяца. В принципе, терпимо для доставки в Украину. Так, видим, сама леска, больше ничего нет, никаких подарков. Так, упакована леска. Так, сразу видим 6-й размер и 0,12. Написали, что японская технология и так далее. Продавцы рекламируют очень хорошо товар. Так. Ну, по катушке добротно сделано. Давайте посмотрим, какая сама леска. Вот она. Вот она. Все приклеено. По отзывам вы написали, в целом довольны. Это не борода, это тот конец. По метражу 100 метров. По рукам можно порвать или нет? Крепко выскальзывает. Достаточно крепко. Так как в этой зимой лед все-таки присутствовал очень непродолжительное время, возможно, в феврале еще будет, можно будет порыбачить. Намотка ровная. Вот, ссылку на этого продавца я оставлю в описании к видео. Можете также смотреть другие ролики. У меня есть обзор на блесну. Также на зимние мормышки и так далее. Ссылку, если не забуду, оставлю в описании к видео. Так, благодарю вас за просмотр. Желаю вам не хвоста, ни чешуи.